радиодомофон Hi-Watch DSD-100IKWF. Поддерживает ключи Wi-Fi и внешние IP-камеры. Устройство поставляется в большой картонной упаковке и комплектуется панелью вызова плюс монтажным комплектом оснастки, адаптером питания от сети и краткой инструкцией. Видеодомофон Hi-Watch выполнен в современном формате сенсорной панели. Корпус домофона пластиковый, по габаритам не превышает 20 на 14 см и 15 мм в толщину. Вся лицевая сторона покрыта сенсорным стеклом, защищающим TFT-дисплей на 7 дюймов с разрешением 1024 на 600 пикселей. Рядом находится фронтальная камера на 2 мегапикселя и микрофон. Все разъемы подключения и динамик выведены на задней стенке. По соседству с Ethernet-входом для сети находятся колодки 8 тревожных входов и DIN-гнездо питания. Устройство также можно запитать напрямую через PoE, а подключение к сети и внешним камерам организовать по воздуху, через Wi-Fi. Работает видеодомофон под управлением операционной системы на базе Linux и визуально напоминает меню смартфонов на Android. Кстати, поддерживается управление с мобильных устройств через приложение HiConnect. Благодаря мощной аппаратной начинке с процессором на 1 ГГц, видеодомофон поддерживает управление внешними IP-камерами, а встроенную память легко можно расширить картой памяти microSD. Вызывная панель D100IPF также выполнена в современном дизайне, а по размерам не превышает 138 на 65 мм. Она оборудована Full HD камерой с инфракрасной подсветкой на 3 метра и поддерживает запись в два потока. На корпусе присутствует отверстие микрофона и динамика, а для подключения используется Ethernet-вход с поддержкой PoE и беспроводной интерфейс Wi-Fi. Панель оснащена интерфейсом бесконтактных ключей Wi-Fi, а для хранения отснятого материала присутствует слот под карточки памяти microSD.